осталось. Блин, все сырое было. Даже бумага. Когда мне зажигалку такую купишь? Пш-пш, с длинной этой штукой. Вот, короче, пилку закажешь и вот такую зажигалку. Какая зажигалка? Она вот такая большая зажигалка, и у нее длинный носик. Она как этот. Надув-то этот, как он называется? Любой костер можно, любую сырую эту штуку поджечь. А потом газом она заправляется? Да. Вообще незаменимая вещь. Ну заменимая, ну блин, как. Смотри, что, а? Не хочет гореть, тухнет. Сейчас опять дыма, надышимся. Потоньше-то клади вон. Оли. Потоньше. Ну если эти загорятся, эти тут пойдут. Сейчас разведем костерчик. Пожарим рыбки. Сковороду взял? Взял. Вот такое приспособление. Мы всю зиму ходили в фольге. В фольге пекли скумбрию. Не только скумбрию. А где твое лицо-то? Где? На голове где? Темный, загорел. Фу, вспотелось. И вот, а сейчас решили. А что решили-то? Ты так же и взял скумбрию в фольге. Кстати, прочитал, блин, это опасная штука в фольге. Умные люди уже в фольге ничего не пекут, даже не заворачивают мне алюминий, потому что в организме копится. Болезнь Альцгеймера развивается. По вас видно. А? По вас видно. Альцгеймера. И копятся, и, блин, всякие заболевания тоже может быть. Вроде до некоторых видов онкологии. Тьфу-тьфу, никому не жалко. Скумбрия в фольге, которая вызывает онкологию. Ладно, так уж не говори. Просто повышает риск немножко, блин. Ничего тут не вызывает. Это еще, во-первых, и не доказано ничего. Главное, дров лишнего не положить. Вот. В отличие от углей, удобно вот переворачивать. Давай посмотрим, что ты там нажарил. Так, это начинает там красоту сегодня навел, смотри, с луком. С приправой. Ну ты растешь. А запах? Ну-ка запах. Ой, тут карри есть. Карри. Сейчас понюхаем. Ну, не переборщил с приправой? Переборщил. Сейчас попробуем тогда. Адама Скумбриевич, помнишь? Нет. В золотом теленке. Да. Переборщил? Нет. Не переборщил. Не досолил? Нет. Все в норме. Для меня вообще нормально все. Приправа хорошая. Для рыбы написано. Вкусноты олень.
сюда бы еще картошечка. Тонко порез картошечку. Точно. Внутрь положить? Да. Очень вкусная, Рустик. Вкуснее, чем у меня в прошлый раз даже. Очень вкусно. Ой, прямо обалденно.